Seuraavaksi Hollannista, next to skate representing the Netherlands, Manu Chisman. Единственная голландка среди участниц, среди 40 теперь уже после отказа израильтянки Дженны Сайкин, среди 40 участниц короткой программы на чемпионате Европы Манук Гейсман. И в качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция «Ты остаешься с собой» популярного молодежного американского исполнителя Джоша Гробана. Дебютов континентального первенства представлена в сегодняшней короткой программе среди женщин. Уже около десятка спортсменок мы посмотрели, которые впервые принимают участие на соревнованиях столь высокого уровня. Среди них и Манук Гейсман, представляющая Нидерланды. 16 лет этой спортсменке, тренируется у бывшего венгерского фигуриста Жолта Керекеса, который выступал за сборную своей страны на международном уровне. В общем, должна быть удовлетворена спортсменка, равно как и наставник. Собственным прокатом получился он, может быть, и не идеальным, но, во всяком случае, достаточно уверенно исполнено большинство элементов. Что, учитывая достаточно нежный возраст, хотя кто-то может и поспорить со мной, в частности, вспомнив, что чемпионка России нынешнего сезона Адалина Сотникова и вовсе лишь 12 лет от роду, но и тем не менее, в 16 лет в столь нефигурной, скажем так, стране, как Голландия, рождаются вот такие вот спортсменки. Очень хороший Ридбергер, правда, перед тем не получился каскад, но в общем и целом прокат вполне достойный. Ну и музыкальное сопровождение тоже выбрано не случайно. Довольно известный, и несмотря на собственную молодость, всего лишь
27 лет этому композитору, уже он довольно титулован, в частности, известен саундтреками к таким ярким кинофильмам, как «Искусственный разум», «Полярный экспресс» или «Троя». Да, действительно, выступление по достоинству оценено и судьями. 40,72 балла. И она становится новым лидером, обходя Карли Робертсон из Великобритании. Here we go. Good. Hold on.